Ну что, всем привет! У Иринки сегодня на ужин борщик. Борщик. С майонезиком. Как без майонезика? Вот пирожочки, знаете, какие были вкусные? Низкокалорийные и полезные. Ем и худею. Майзика хватит? То смотрите, Иринка вся исхудала уже. Да? Сейчас помешанькаем. Ну, жидкость, говорят, надо есть. Тут щучек нет уже. Пропали. Хоть в розыск объявляй. Ой, какой вкусный супик. Надеюсь, не горячий. С бородинским хлебушком самое то. Сейчас покрошим мы тебя в супик, чтобы было вкусно. Эти у Ринки даже талия появляется. А там все пишите. Ой, я так давно не заходила, тут решила зайти. Она еще шире стала. Да ладно. Где шире-то? Ну, кстати, потеплело. С 40 до минус 23. Нормалек. Борщик. Что это блюдо борщик? Там пишете, пыхтишь. А вы как будто не пыхтите. Всем приятного аппетита. Кушайте вместе со мной и худейте. Ну, Виталик ест вместе со мной и худеет. Есть у меня такой друг. Бирюлёва он там живет, что ли? Не помню. У меня много друзей из Москвы. Ну, по Ютубу вообще до хера. Хлеб очень вкусный. Так, сказал бедняк. Стоит. Пирожки, ты меня называла. Кроме жрачки, ничего и не интересует. Почему? Меня интересуют мужики. Мужики. У меня, кстати, много. Иришка, нам кажется, вам вообще ни одного и не надо. Но это про пирожок. Почему? Мама месяц, спасибо ей. Пожалуйста. Иринка, привет. Яйца, они в Африке яйца. Ну, наверное, я не знаю. Вы что, вы покупаете яйца в Африке? Тушеночка попалась. Вкусно. Вот недельку суп простоял, вообще супер стал. Я думала, еще недельку постоять, но думаю, ладно, надо съесть.
А там, глядишь, и новый сварим. Так ведь? Девочки, мы так садили погулять. Шикардосно. Так хорошо было. Намотали 12 тысяч шагов. 2 часа гуляли. Я же говорю, я иногда слушаюсь, да, диетолога. Хожу гулять. Ой, капуста. Капуста. Ну, как вы хотели? Аленка же собирается в свадебное путешествие. Но. Милый сказал, надо похудеть. На 20-ку. Ну, год стараюсь. Вот видите, я ем все, гуляю и худею. А вот некоторые сидят на моем канале. Ни хера не жрут и ни хера не худеют. А потом еще злые комментарии пишут. Ой, я вот тебя смотрю, я уже похудела. Другая. Другая пишет. Ой, я 2 дня не ела, на 2 килограмма похудела. Так нет, ты, может, просто сходила в туалет и похудела. Знаете, когда добро выходит из вас, то худеешь. Ну, так вот. Так что, девочки, прекращайте голодать. Сходите на кухню, откройте холодильник, да и съешьте что-нибудь. Как говорится, полезненького. Чтоб к вам в рот полезли-ка. Полезла. Будьте добры. Да. Уже на улице темно. Говорит, там где-то в магазине за тобой следят. Подозрительно, что ты ничего не берешь. А мне ничего не надо было. А в другом магазине взяла. Вот. Ну, там это. Я зашла краску посмотреть. Я, короче, покраситься хочу в синий цвет.
Мечта идиота. Синий свет покрасится. Понимаете, да? Я уж подруга говорит, красил зеленый. Я никак, никак. Зеленый. Я хочу в синий. Но это, чтобы покраситься в синий цвет, то по-любому надо осветлиться. Это 100%. Чтобы ярко-синий был такой. И причем не один раз. Ну так вот. Ну а вы как думали? Ну и что вот такого? Угу. Наш екатеринбургский майонез такой вкусный. Пальчики облежешь. Но мне нравится, когда большое ведро. Ну так вот. Что? Тю-тю? Нету? Да, мой. Тю-тю нету. Это мне кажется. А что тебе кажется? Ой. Порошки вообще бомба. Ем и худею. Правда, посмотришь на эту гору сразу, есть не хочется. Так не ешьте, вас никто не заставляет. Нам больше достанется. Да? Я, кстати, очень сомневаюсь, что там Димовочка сидит. И пишет такое. Скоро, говорит, в экран не поместишься. Ну ладно, любимый, мне пошире купит экран, не переживай. Мне, хоть я и бока не видно. Это как я вот так и что ли? Да? Вот. Смотри, как бока. А тебе слабо? Думовочка. На том конце экрана. Бока, говорит, не видно. Ну?
Ольгу Валерьевна, не надо копировать. Кто ее копирует, да? Эти, слышишь ты? И тише отсюда. Валера, Валера. На, ты сидишь у шняги общажной. Так сиди, какого хера ты лезешь сюда? Кто ее копирует? Сейчас мы сделаем вот так. Ну все. Мне не жирно, вам не знаю. Просто жесть. Чего? Ну, я и наелась. Было очень вкусно и полезно, мои телепузики, сахарные заботики. Кушайте вместе со мной и худейте. Пожалуйста, пожалуйста. Ой, милый, вспомни. Ой. Свят, свят, свят. Есть, есть. Все мира по ласкам. Уважаемые комментаторы, не пишите, пожалуйста, много умных слов. А что, тут есть умные слова, что ли? У вас, а? Угу, хорошо, спасибо. Пожалуйста. Таки. Нифига себе. Вот это крутяк, круто ты попал на ТВ, ты звезда, давай народ удиви на ТВ. Ну, всем вообще тут пишите такое, такую херню, баня. Яриночка, твоих родителей называешь моя баня. Понимаете, вы что? Вы что, у вас это? В смысле враг? Да не, не враг, это вы враги. Вот как-то так. Как-то так, ничего иначе. По щелчку в 3.15. То-то. Короче, ладно. Телепузики, говнопузики, сладкие мои сахарные заводики. Всем пока, приятного просмотра. Жрите вместе со мной и худейте. А кому не нравится,
До свидания. Вот так вот. До свидания. Все, короче, Иринка, знаете, сейчас куда пойдет? Я вам не скажу. То еще вдруг сглазите. Я же знаю. Вы же такие. Мария, привет. Вот так вот. Ну все, короче. Всем пока. Всем до свидания. Увидимся еще не раз. Пока-пока.